отец, как я уже говорил, он меня все купаться едут. А он меня поставит за круг и говорит, пока не сделаешь, а я говорю, делать не буду ничего. Ой, ну и сиди. Я сижу час, не уйдешь, пока не сделаешь что-нибудь. Ну и после у меня поддончик получился, после баночка. Ну а после мне задание. 10 штук сделаешь, иди гулять. За счет того, что круг такой тяжелый, он и вращается долго, правильно я понимаю? Да. Что ж эти камни сегодня достали? Те дело было лучше. Камней почти не было. А когда в старой мастерской работали, тоже вот с той глиной приходилось камни выбирать? Да. Тоже были? Да. Вот так вот тоже, ну, выковыривали и подклеивали, да? Да. Вот. Ну, в той меньше. Но я говорю, что та глина, она тянется лучше. Надо попробовать ее в обжиге найти. А я ходил туда. Так. В эту, Заячь? Да. Где гончары? Да. Где мы глину копали? Там гаражи понастроили. Да. На нашем месте. Прям никакого кусочка никакого не найдешь. Нет. Жалко как. Там между двух линий, вот они понастроили гаражи. А ведь надо сначала было советской власти-то все же задуматься, правильно? Да. А думать некому было, видимо. Все просто. Я тоже так говорю. Но в той же есть поговорка и пословица, не боги горшки обжигают, да? Есть такая. Значит, это не просто. Это донышко, да, формируется? Угу.
Нож надо хороший делать, он не чистить надо. Из хорошего дерева, из дуба. Это мы сделаем кувшинчик маленький. Хорошо. Только ручку надо будет лепить. Отдельно. Завтра, чтобы она подсохла. Угу. Через сутки. А сушите здесь, вы их оставляете, да? Да. Здесь получается такая не слишком жарко, да. Ветра нет. Угу. Так вот я сделал их пятницу, по-моему, или в субботу. Вот эти вот последние. Да, ну и они стоят. Здесь это ветра нету. И солнца нету. Да. У меня вот комната светлая, в ней все жарится прям. Я накрываю. Поверните на камеру носик. Угу.